89 ярких и активных юношей и девушек представляют Чувашию на молодежном форуме Приволжского федерального округа «Иволга-2022», который в эти дни проходит в Самаре. Там запускаются уникальные проекты, идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте. Всего в работе юбилейного 10-го молодежного форума принимают участие более 2000 молодых людей из регионов России и Приволжья, а также гости из Республики Беларусь, Луганской и Донецкой народных республик. Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Участники форума проходят образовательную программу, которая включает 9 профильных смен. В грантовом конкурсе Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО подано 7 заявок от молодежи Чувашии, на грантовый конкурс Росмолодежи 11 заявок. Победители смогут получить грант до 500 тысяч рублей. На выставке научно-технического творчества выставлен беспилотный трактор, созданный в ЧГУ. Интерес вызывает выставка, посвященная Сурскому рубежу, а в региональном шатре, представляющем республику, находится копия вышитой карты России. 28 июля на торжественном закрытии молодежного форума будут подведены итоги и награждены победители.